Как проходит подготовка к кубковому матчу с футбольным клубом «Шериф»? Ну, нас ждет нелегкий матч. Это полуфинал Кубка Молдовы, где играется из одного матча. Нам нужно в первую очередь сыграть в этом матче очень дисциплинированно в обороне, потому что мы в последних матчах очень много пропускаем. И в этом компоненте немножко мы сбавили. Нас ждет еще раз нелегкий матч, но тем не менее этот матч будет с хорошим соперником, который играет в футбол. И, если честно сказать, эта команда мне всегда импонировала именно своей игрой. Команда, которая играет, команда, которая дает играть в футбол. Будем играть на прекрасном стадионе, на идеальном газоне, на натуральном поле. Поэтому я жду от этого матча хорошей зрелищной игры, чтобы она и болельщикам понравилась. И, естественно, мы будем стараться пройти в следующий круг. Чем матчи в Кубке отличаются от матчей в чемпионате? Ну, Кубок – это всегда отдельный, другой дух совсем в этих матчах. Тем более, что он играется с одного матча. Значит, здесь цена ошибки очень высока. То есть, еще раз говорю, нам нужно сыграть, может быть, немножко дисциплинированнее и строже в обороне, чтобы не пропустить первый мяч. В этом матче, кто забивает первый гол, тот и имеет, наверное, преимущество. Вы будете как-то по-особенному настраивать команду на этот матч? Ну да, нам нужно еще раз, прежде всего, немножко психологически отойти от последних двух поражений в чемпионате. И будем акцент делать именно на самоотдачу и на огромное желание. Потому что ребята немножко наелись футбола. Очень много игр сыграли, многие футболисты просто устали, что и было видно в последнем матче чемпионата, который отнял у нас еще больше сил. Поэтому в этом матче выйдут даже некоторые футболисты, которые меньше играли в чемпионате. А в общем, какая атмосфера в команде сейчас царит? Уже получше. Первые дни после поражения немножко не очень приятная была атмосфера. Так все были расстроены, все были обижены, все были обозленные. Но потихонечку мы возвращаемся в то состояние, которое мы были до этих матчей, которые мы проиграли. Я думаю, что к матчу с «Шерифом» мы подойдем в наилучшем и настроении, и подготовка к матчу соответствующая.